Позитивно, что мы сравняли, проявили характер, но моменты, конечно, на этом уровне надо реализовывать. Опять у нас это хромает, и мы в работе. Когда могут приехать Зайцев, Анисимов? Зайцев только ночью закончил играть, поэтому у меня нет пока информации. Анисимов вылетает, да, и ждем, оформляем документы. Большое количество удалений. Да, удаление, действительно, удаление высокоподнятой клюшки. Говорим ребятам, будем исправлять. Кирилл Каприза, больше времени ему надо? Кирилл, ему надо немножко восстановиться. У него, мы сегодня смотрели, тренировались, у него очень среднее восстановление, поэтому надо немножко времени, посмотрим, может быть, третью игру он сыграет. Уже с примерным составом чемпионата мира. У нас тут сюрпризы каждый день происходят, поэтому мы примерно определились, но будем день за днем смотреть. А понравилось, как играла казанская связка сегодня Галимов? Да, неплохо. Галимов вообще ни разу не вызывался и первый гол забил. Но опять же, надо тоже говорить, что ребята только несколько дней назад закончили. И силенок, что у ЦСКА, что у казанцев пока не так много. Наугад, не прицел попал, пожалуйста. Ну там на самом деле, да, бросили, и такая заварушка была, куча мала. Все хотели забить, но это здорово, вратаря закрывали. Илюха Кобуков, там Макс Мамин добивали, и мне отскочило. Много было позитивных моментов, просто надо реализовывать свои моменты. Очень много моментов не забили. А что не так с буллитами сегодня? Не получилось. Я на самом деле не знаю, такое ощущение, как будто масло там разлили перед воротами, что-то сходило, не знаю, что случилось. Нервирует то, что непонятно, очень много народу в обойме, непонятно, кто попадет, заявку-то не попадет. Да, это здоровая конкуренция, это нормально, наоборот, это подхлёстывает и заставляет играть еще лучше. Тяжело ли было вообще выходить сегодня на игру? Все-таки у тебя там эмоций было много. Последние дни приехал ты совсем недавно. Да, было время отдохнуть. Вот. Да ничего, готовились просто к этому матчу по полной программе, в принципе, и старались выкладываться и хорошо играть. Я считаю, неплохо взаимодействовали, были моменты, просто их нужно реализовывать. Кучневич, он своеобразный стиль такой? Не, я считаю, он очень хороший игрок, такой умный игрок, и он здорово, я считаю, вписался, хорошо взаимодействовали, то есть не было там трех индивидуальных личностей сегодня. Было неплохое звено, будем стараться продолжать искать взаимопонимание. Мотивирует не попадание на Олимпиаду или сюда позабыть? Это уже давно прошло, что об этом говорить.